поговорим о том, для чего мы вообще создали этот YouTube-канал. Выложили эти видео для того, чтобы наши родственники, наши друзья, у нас очень много друзей по нашей стране, потому что мы были военными, мы покатались, у нас в разных городах остались наши друзья, чтобы они видели, вспоминали о нас, чтобы они думали о нас. Надеемся, хорошее думали. Еще у меня некоторые видео с моими видеорецептами. Это в основном видеорецепты, которые я очень долгое время искала в интернете, смотрела. Что-то хотелось улучшить, что-то хотелось упростить. Вот, например, я выложила рецепт с рыбой. Мне показалось, что вот в этом пакете, в котором я их обтрясываю, во-первых, не надо мыть тарелку. Это раз. Потому что от муки отмыть тарелку — это достаточно проблематичное дело. Женщины, которые часто готовят рыбу, они меня поймут. То есть мы сначала ее замачиваем под холодной водой, потому что в горячей воде мука сразу же делается склизкой, и она вообще такая не отмоешь ее. Я выкладывала видео с хлебом. У меня ЖКТ, поэтому мне хлеб с дрожжами нельзя. Достаточно часто его раньше делала, сейчас что-то стали реже делать, может, я просто обленилась, не знаю. Вот решила вспомнить этот рецепт, очень даже неплохой. Еще у меня очень куча много всяких разных рецептов, которые достались нам от наших бабушек, дедушек, от наших родственников. Очень интересные рецепты по засолкам, но засолки, сами понимаете, они летом, сейчас зима. Я их буду выкладывать только летом, когда буду уже делать. Но есть шикарный рецепт огурцов соленых. А мы уже, по-моему, все съели, да? Еще даже пол зимы не прошло, а у нас уже все эти огурчики и нету. Вот. Хрустящие. Хрустящие, соленые в меру. Все прям вообще просто. Шикардос. Я обязательно выложу этот рецепт. С чего мы начали вообще выкладывать эти видео? Я смотрела в интернете очень много разного видео. Мне очень понравились ребята. Они выкладывали очень простые видео. Просто о том, как они живут в деревне. Я подумала, у нас тоже есть деревня. А почему нет? Ну, у них, конечно, много подписчиков. Я ничего не могу сказать. Они уже не один год это делают. И у них уже сейчас началась монетизация. Видео много смотрят, у них есть там и на пол, и на 600 тысяч просмотров видосы, топовые такие, с громкими названиями, до и после. Я тоже решила посмотреть, а пойдет ли мое видео до и после. Вот мне писали в комментариях, что а где же ваше после, а вы что хотели, чтобы мы прям вот щелк. Даже года нет еще нашей деревни, а мы должны были уже сразу же вам новый дом, что ли, какой-то поставить? Нет, конечно, все со временем. Хотя мы немало сделали в доме. У нас печки практически не было, мы ее восстанавливали, там на видео видно, как мы это делали. Валера делал это все своими руками, из подручных средств. Единственное, только покупали... Что там, чем кирпичи-то у нас промазывают, это вот как называется? Глина, да? Ты глиной все это делал, да? Ну вот, печку мы восстановили, печка получилась шикарная. Как мы в ней готовили, вы тоже уже видели. Мне очень нравится это делать. Получается вкусно, необычно. Такого у нас еще раньше не было. Потом полы проваливались. Доски все сгнившие. Ну, на это что же нужно? И время, и деньги. А где же столько денег-то возьмешь? И крыша. Видео, как делали мы крышу, у нас нет. Крышу, опять же, для этого надо большие деньги. Сейчас крыша у нас сделана из обычного шифера. Дом был нежилой больше 12 лет. Вы сами представляете, если в 12 лет в этом доме никто не жил, вообще ничего не делалось. Ну, были град, там какие-то еще, как это называется, осадки или что, в связи с катаклизмы, в связи с чем она начала просто рушиться потихонечку. Но дом, который соседний,
который мы тоже смотрели, там с крыши вообще беда. У нас-то хоть как-то она, да, еще балки целые. В общем, крышу сейчас сделали тяп-ляп, но пока вроде не течет. Тяп-ляп почему? Потому что взяли просто пену и в эти дырки запенили пеной, чтобы хотя бы просто элементарно не текло. Ну вот сейчас смотрим на этот дом и думаем, а надо ли его восстанавливать вообще, да? В общем, пока думаем. Мы же не живем сейчас там, мы там живем только когда тепло достаточно. Ну сейчас вот у нас были сильные морозы, минус 20, и холодно, короче, было. Мы приезжали в домушку кормить животных. Валера шел сразу же растапливать. А в домике было, когда еще морозов не было, было плюс 10. Постоянная как бы температура. А когда вот были сильные морозы, получалось, что мы приезжали, у нас 0 в домике. Красивое место мы выбрали для своего места деревенского. Я вот еду, и каждый раз мне так нравится этот лес, мне так нравятся эти елки шикарные, которые спускаются, как будто бы свисают над нами, пока мы едем. Шикарно. Всегда радует это место.